сочнейший паштет, ребята. На греночку. Та с чайочка. Растительное масло вместо сливочного. Поверьте, что это ничем не хуже. Паштетика надо, знаете, так скромно, побольше, побольше. Это третья часть тирамису. Третий день, кстати. Видите? Форму держит, стоит. Так что, ребята, кому надо, заходите, смотрите. Бидончик ускакал. Надо на обратной дороге остановиться, позатянуть его на место. Представляете, при сильных ветрах у нас они прыгают по дороге. И никому до этого не могил. Это не мой район, это уже ниже. На место поставить можно. Хорошо, красивые. Поехали мы кататься. 15 градусов. Вроде так тучки-тучки, но на улице тепло. Особенно в машине. В машине вообще хорошо. Сегодня я сделала вот такой поздний завтрак или ранний обед. Потому что сейчас мы с Мишель, скорее всего, что куда-то рванем. И не будет времени потом на обед. Приеду домой аж вечером. Надо, наверное, в свой Лидл заехать. Да, скупиться на борщик, ребята. Давно что-то я борща не ела. Со свининкой такой хороший, знаете, такой ух. Зеленушкой, с чесночком, салатный перчик надо не забыть. Да посмотреть там что-то, вы знаете, смотрела, в Германии продается в продуктах био. Ну, я, правда, у нас и не присматривалась. Всякие такие разные, типа семена подорожника, спирулина, сухой имбирь. Эти такие все, всякие прибамбасики интересные, которых я почему-то у нас, ну, я не сильно обращаю внимание. Я же залетаю в магазин, о, солнечко вышло, грибу все, что мне надо, а мне там практически ничего не надо. Правда, фрукты сейчас закончились, вот фрукты надо, яблочко на ночь, да. Вот это потом надо просто пройтись так медленно, медленным шагом, и посмотреть, что там есть в нашем Лидл. Да, ребята, весной пахнет вовсю. Прям аж запах в машину. Весна, весна на дворе. И начинает высыхать наша речка. О, то воды было. Сейчас уже все. Иду по своим делам, смотрю. Кала цветет, белая. Красиво. Это не видите? Какое насаждение. Красиво здесь. Все такое зелененькое. Интересно, кто за этим ухаживает? Если на синдикалистов, то на них не похоже.
на кабинетных работников, да? Так, или они так сами по себе, эти калы, растут? Наверное, сами по себе. Вот смотрите, какие у нас тут фигуры исторические. Ну, что же, якийсь был панский маеток, наверное. Видали? Какая охрана у нас тут стоит. Все охраняется законом. Раз я вам этот парк весь не показала, мы с Мишель летели как ненормальные. А вот смотрите. Вся поляна в цветах. Видали? Красотень какая. Все цвета и пахнет. Не, ну действительно, погодка шепчет, ребята. Погодка просто шепчет. Голуби пасутся. Фонтанчик бьет. Собачники гуляют. И вообще. Жизнь прекрасна. Спору нет. Там чья-то фигура обезглавленная стоит. Ну, это, наверное, от старости. Что, кому надо с детками прогуляться, вон, качельки какие-то. Ну, у нас, конечно, этих парков и сквериков хватает, но я не очень вижу, чтобы люди с детьми гуляли. У нас это как-то не очень так, знаете. В основном они гуляют в супермаркетах или в торговых центрах. А так, чтобы по улице с детьми, чтобы вот это дети бегали. Как в наше время, да? Калачики ели. Вон якийсь ребятенок выскочил. А там еще одна детская площадка. Ну, это какие-то, знаете, светлоголовые. Больше на наших похожи. Дали с ребенком гуляют. Палочку грызет. Пересеклись только что с Мишель. Хотели что-то сотворить. А, говорит, позвонили со школы, ребенок упал. Говорит, голова болит. Сейчас повезу его в газлине. Я говорю, ладно, ты давай туда ехай. А я тогда сейчас по Алёниным делам зайду, узнаю, какие документы нужны. Здесь у меня были ошибки в моей истории. Но она говорит, это не от нас зависит, это там ИМС. Ну, в общем, совсем другая организация, так что, говорит, ничего страшного. То, что нам заявляют, то мы, типа, вам и публикуем. А это, говорит, все нормально. А там у меня информация с прежних мест работы в 2000-х годах еще не была нарисована. А, говорит, тогда ее, эту историю и не рисовали. Поэтому, говорит, ее вот, в твоей истории лично и нет. Ну, все, слава Богу. Главное, что выяснить, знаете, а потом... Думаешь, что тебе там не хватает. Боже, яка теплень. Як хорошо. Сейчас тут рядышком зайду. Зайду, да. Своих этих патронатов. Там уже мое и заготово. Тоже что-то на почту не пришло. Скажу им распечатать. Ну, в общем, понимаете. Уже, когда ты здесь, то ты уже делаешь все вместе. Не, красивый это парк. Ничего не могу сказать. Видите, какие венечки стоят. В колхозе заметать, да? Вот так вот. Только что возле центра занятости, перед тем, как встретить Мишель, встретила своего Майрени, с которым мы на лодке работали. Он говорит, тоже я хотел взять пособие по безработице, но так как проработал очень маленький период в Италии, мне сказали, что как бы пособие... Ну, не положено, но они его отправят на курсы. А на курсы кого? Пиццайола. Я говорю, отлично. Парикмахер будет на пиццайола учиться. Почему бы нет, говорю. И дети будут с продуктами, все будут довольны. В общем, заехала я сюда по Алёниным делам, узнала. Нормально, как только им дают прописку, тут же они делают внутренний паспорт. И... с идентификационными кодами, с
видом на жительство, внутренним паспортом, они имеют право делать ИЗЭ, предоставив справку о своих доходах 22 года, которых не было, то есть ноль. И сделают фолио ИЗЭ. И на основе этого фолио ИЗЭ, доход семейный, они смогут сделать выплаты на детей. Асеньо унико по-итальянски. Так что со всеми делами справилась. Еду я в Лидл. Посмотрим, сможем мы с Мишель сегодня встретиться или нет. Узнать, что там с детем случилось. Вот, вот уже ж. Ну не поседа, он не поседа. Они же у нас все футболисты, понимаете. О, молодежь идет на обед. Видите, все такие оранжевые. Раэль, Раэль. Скорые мы, конечно, пропускаем. Тут це нам посигналив. Ви не замітили? È un piatto ecuadoriano? Sì. Allora, un chilo di farina, sì? Faccio la ricetta, poi? Questo formaggio? No. No. Este burro. Burro? Ah, ok. Sì, burro, margherina, burro. No, non la voglio sciogliere. Non la voglio sciogliere. Mishka, stai zitta. E так. Tipo масло, чи маргарин. И килограмм муки. И сейчас мы замешиваем тесто. Мило, sai che c'è quello tipo bimbi che fa? E ti fa subito. Ага. Типа кальсоны, ну, в общем, сейчас мы увидим рецепт. Масла пошло мало на килограмм муки. Кипящую воду добавляется соль. Я messo un cucchiaio grosso di sale. На килограмм муки ложка соли. Io quando lavoravo in cucina, cucinavo così, Ale mangiava tutte le torte salate e le lasagne. Итак, сейчас кипяточек. Соленый кипяточек, хорошо подсоленный, говорит, должен быть. Ова, но без яйца, без ничего. Questo basta, diciamo, devi fare solo impasto e basta. Impasto, impasto, impasto. Если бы это наш термомикс, он бы сейчас только в ЖИКе уже был бы замешан. То мукеці, то водиці. Не, водиці не, мукеці, да. Deve essere abbastanza... Ага, мягкое должно быть тесто. Что оно? Вот такая. Вот такая лепешка. О, бачишь? А, вот так вот. Вот так вот. Показываю Авдеевку. По итальянскому телевидению. Тесто отдыхает. Сейчас будет и нарезка. Какая интересная нарезка со всех сторон. А, это чтоб кубиком. Окей. Мич, ай, кольтелло, ке нон таля ун бейли. Я uso пиццоли. Allora, che formaggio è questo? Questo è un formaggio, este è dell'Ecuador. Ah. Este, ma puoi usare anche la mozzarella, puoi usare qualsiasi. Ah, okay, okay. Ну да, можно даже типа плавленого сырка. Типа моцарелла для пиццы. Сыр, который плавится, в общем. Чем-то похоже на нашу подсоленную брынзу. Это уже другой вид сыра. Подожди, таких рецептов я еще не бачила, чтобы вместе с утюгом это делалось. Ноу-хау. Хау, ноу, хау. Говорит, утюгом будет делать. Це як. Итак, гладим. Чао. Чао, Сте. Чао, Сте. Qua una видеорецепта. Casa di pazzi. Pazzi siamo tutti sempre, che se ne frega. Не, ну я ж пошутила насчет утюга. Итак, чумбурек. По-нашему, чебуреки.
capito? Che? No, Liliana. Мы обрезаем тарелочкой. Девочка ножом, сейчас я ей покажу. Могу им дети на пиколо? Не, ну ребята, чебурек чебуреком. Так что, ничего нового. Только что мы сливочное масло в муку не ложим. Единственная разница. Проверяем. Эквадорианские чумбуреки. Смотрите, как они растут. Ух ты. Поливаем ложечкой. Так, давай. Ага. Вы все поняли, я тоже. Ну, масла просто должно быть много. Такое впечатление, что там тесто на дрожжах сделано. Вот так, как на бухкотеле. Sì. Ce l'ho chiesto? C'è il mio partner alla riva. По сравнению с чебуреками тесто более жесткое, но начинка очень вкусная. Воруем контент. Контент. Я, Мишель. Корей и сыр.